Сегодня в меню гуакамоле с чесноком. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 3 щепотки. Укроп 0,25 пучка. Авокадо 1 штука. Чеснок 1-2 зубчиков. Помидор 2-3 штук мелкие. Лук репчатый 1 штука мелкий. Перец черный молотый 1 щепотка. Перец красный горький 2 щепотки. Масло растительное 1 столовая ложка. Популярный мексиканский приобретет более пикантный вкус, если вы приготовите его с чесноком. Гуакамоле традиционно подают с сухариками, такос, поджаренными ломтиками хлеба сразу после создания. Главное, не добавляйте много чесночной массы, чтобы она не забила главный вкус блюда. Можно добавить свежую петрушку, кинзу или измельченный шпинат. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления гуакамоле с чесноком. Промойте помидоры в воде, вырежьте зеленые сердцевинки и нарежьте кубиками, ломтиками. Очистите лук и чеснок от шелухи, промойте в воде. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок спрессуйте через специальный девайс. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Нарежьте мякоть кубиками. Добавьте соль, молотый черный перец и растительное масло без запаха. Выложите всю массу в чашу измельчителя или блендера. Сыпьте острый перец. Можно заменить его молотой паприкой. Выложите приготовленный соус в креманку или пиалу, украсьте по своему вкусу и подайте к столу. Чеснок добавит яркий вкус гуакамоле, подчеркнет бархатисто-нежную текстуру соуса. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!